Они прогрессируют все равно. Будь нашим единым учителем, мы склоняемся у ног Твоих, чтобы нам не зайти за пределы указанного Тобой, что Ты открыл святым учителям Церкви. Всякое высокоумие и превозношение перед ними удали. Научи нас смиряться перед святыми вселенскими и поместными соборами, но главное перед Словом Твоим. Установи мир на Украине, как угодно Тебе. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, братья, мы с Божьей помощью закончили 8 главу и приступили к изучению 9 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. Из этой главы мы прошли несколько стихов. Последний стих, который мы прочитали, это был 5 стих и ремарка иглы. Повторим его, этот 5 стих, чтобы соединить наши размышления с прежнего предыдущего занятия с сегодняшним. 5 стих, 1 послания апостола Павла Коринфянам, 9 главы. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни?» Тихо, спрашивает апостол Павел. Толкование Феофилакта Болгарского. За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им необходимые, и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью, вольным шрифтом. Примечай, что верховного он поставил после, как важнейшего, выражая такую мысль. Что мне говорить о прочих? Сам Петр так делает. Братьями же Господними называет Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона, Иуду, которые назывались братьями Господа, потому что Иосиф обручен был с Богородицей. И ремарка иглы. Сегодня ни один архиерей, ни один священник не сможет сказать, что они занимаются только проповедью. Что у них на первом месте? Требы. Даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от Слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком, даже если он захочет это сделать. Если человек надел ризу, то он должен проворачивать непрерывно крещение мертвецов, отпевание мертвецов, венчание мертвецов. Есть некоторые, имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается, они вычитывают все, что у них старинные иконы, что у них многоточие. Но кто скажет, что у них только проповедь, и они занимаются только проповедью? Кто может сказать? Может, и есть такие. Да нету. Откуда они взялись?
отец Павел? Кроме рыбалки. Это еще не то. Уже не только. У него там и паспорт, и чипы там. Кто еще, брат? Нет, я говорю, что со Сосой? Вы говорили, вы сказали, проповедник, кроме рыбалки. Проповедник был со Сосой, священник уже. Не сказал, что он... Нет, но по идее он даже и не может только проповедью, потому что он... Богослужение-то все равно нужно проводить. Да. Богослужение требует времени. Всегда оно было. Всегда оно было, поэтому одна проповедь не может быть, потому что... Ну, хотя, в принципе, мы читаем в Священном Писании, что проповедь — это тоже богослужение. Называют богослужением. Служение Богу. Жена бы рыбу ловила, но тогда бы у него времени больше было бы на проповедь. Так, шестой стих. Ну, жена Варнава. Или один, я и Варнава не имеем власти не работать. Такой короткий стих, вопрос. Толкование Феофилакта Болгарского. То есть, уже ли мы не имеем власти жить без работы и содержаться насчет своих учеников, не работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было известно, был также точен в этом отношении. Ибо он жил своей работой. Ну, нам известно из Священного Писания, что апостол Павел, конечно, жил своим трудом, он пришил палатки, ну, и ему подражали другие, находящиеся с ним. И когда Игнат Тихонович говорит о том, что вот он на свою пенсию не может купить себе слуховой аппарат, поэтому он против этого аппарата, когда он говорит о том, что мы вот собираем там деньги на то, чтобы купить этот аппарат, он противится этому, но мы должны сказать ему в ответ, он-то для нас сделал гораздо больше, если он для нас дал духовное, то много ли мы можем дать ему материальным воздать? Потому что это спасение душ наших от этого зависит, от того, что мы пришли на путь истины благодаря его трубе этой, через которую мы услышали Слово Божие. Слышите, Игнат Тихонович? Ну вот, хорошие слова прослушали. Аппарат сейчас бы помог. Да про аппарат и речь шла. Я слышал о том, что апостол Павел трудился безмездно. Неужели не имеем власти жить? Да. Про это и было. Я шел и слышал, потому что я вообще слышал. Ну вот, видите, слышите. Так вот, Павла-то за что кормили? За благовестие. Если это по этому принципу, сегодня попы все с голоду опухнут, а не от жиру. Их ни одного не надо, который не проповедует. Не готовят людей катехизировать, не хотят ничего. Это трудящееся благовестие, как прекрасные ноги, а у них больные ноги. Сегодня узнал освещение, годен, не годен, по ногам надо. Какой это кабинет туда, в больнице-то? Ортопедические ему давать аппараты, иди и работай там, где ты можешь работать. Сиди там, обувь чините или что-то. Для благовестия нет, стоят, человек на одном месте стоит, когда у него вены лопаются. Профессиональная болезнь священников. Это Бог так зарядил уже за тысячи лет вперед, знал, что они такие будут. Я через ноги буду вас бить и заставлять проповедовать. Не идут. Потеряли 2 миллиарда мусульман, не идут. Потеряли царя, страну, не идут. Более упорного населения, чем Россия, нет, это дали Сталин, понимал, только уничтожить его. И поэтому горькие, тяжкие слезы нужны, пригоркие. Что тут непонятно? Я вот читал, когда я понял, не буду проповедовать, мне есть никто не даст. А я что, не хозяин? Вопрос, да? Пожалуйста. Да. Вот мы с братом с Володей тоже проводили занятия в понедельник. И на это место попали и сестра одна. А я не согласна. Игнатий Тихонович не прав, что он отказывается. Ну, например, вот от... Я, говорит, хочу подать. Я хочу сделать добро, купить, ну, хочу там купить аппарат. А он не берет. То есть он запрещает мне делать добро, поэтому он не прав. А я говорю, нет, он прав. Согласно Слову Божие. Имеем ли мы власть... Не работать. Да, эта власть у них имеется, они могут не работать, благовестники, и жить за счет благовестия. Мы обязаны их содержать, помогать, покупать слуховые аппараты, кормить, поить и то. Но он имеет право отказываться от этого. Она говорит, да для чего? Он же меня обидит, он же мне добро дело запрещает. А вот чтобы потом, когда ты отпадешь, не дай Бог, конечно, и начнешь укорять, а я вот тебя поила, кормила... Вот. И только поэтому ты вот за это-то и, вот и трудился. И я
апостол Павел нам подает пример. Безвозмездно. Имел я власть не работать? Конечно, имел. Но я работал, чтобы потом не говорили ничего против. Такой смысл. Так, да? Равно и этот человек, о котором мы сейчас речь ведем, он тоже работал. Работал не на одной работе. И работал безвозмездно, потому что он 9 десятин, никто из нас этого не может повторить даже. 9 десятин всегда отдавал. Поэтому, что тут говорить-то, подражать ему это сложно. И были такие люди, которые пытались подражать и сломались. Потому что пытались подражать. Христу подражать, сегодня же читали. Да. Слова Христовых. А у нас, как только дошли до слов Христовых, и предание старцев, только пена одна злованущая пошла. Ну что, еще есть какие вопросы, дополнения из своего опыта жизненного? Потому что слово, оно живо и действенно во все времена, поэтому надо, чтобы звучало это слово в каждом из нас. 7 стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадив виноград, не ест плодов его? Кто пася стада, не ест молока от стада? Вопросы эти, которые здесь прочитаны в этом стихе, они повторяют предыдущий вопрос. И этим часто пользуется, постоянно пользуется апостол Павел, потому что, наверное, он хорошо знал эту пословицу. Капля долбит камень, и силы часто падением. А наши сердца и умы наши каменные, чтобы достучаться до нас, нужно было неоднократно повторять один и тот же вопрос, один и тот же вопрос поднимать его и еще раз растолковывать. Так вот, как растолковывать Филактол Гарский? Я смешной случай расскажу такой. Один только, больше не буду про этого господина. Ну, первые годы, когда мы же помалу получали, 75 рублей всего пенсии, то есть это оклад был. Ну, и у нас не хватало, пока здесь на полу туда-сюда, на питание не хватало. Я говорю, Игнатий, у меня уже сапог нет. Давай, это, то есть, помоги мне, пожалуйста, сапоги купить. Он говорит, Игнатий, 5 рублей, иди покупай кирзовые. Ну, я пришла в магазине кирзовые, искала, то они в икрах не сходятся, то здесь они вот такие большущие. Он дал, и не смогла купить. Тогда пришла, говорю, ну, не смогла я кирзовые купить, надо еще денег, чтобы настоящие купить, женские сапоги. Он говорит, на тебе валенки и калоши. И вот такие валенки дал мне, калоши, я в них ходила несколько зим. А потом, говорю, у меня кофточки нет. А он накупил кофточек, там бабкам понес, нуждающимся. Я говорю, у меня кофточки нет, давай вместе, помоги мне купить кофточку хотя бы. Нечего тебе делать, покупать тебе еще. Обойдешься. И все. И никогда ничего не дал, копейки никогда не дал. Умница такой. Все. И я все равно выжила. Хожу, а баптист говорит... Тебе что-нибудь... Да воздаст вам Господь за ваше терпение. Тебе, говорит, может быть, пальто купить, что-то ты ходишь в этой, вот я в такой вот ходила. Что говорит Феофилак Болгарский? Ибо все воины пользуются содержанием от общества. Прилично поставил на первом месте служение воина, ибо оно имеет сходство с служением апостольским, по соединенным с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами. Этим примером указал на трудность, множество бедствий и забот. Впрочем, не сказал, не употребляет весь плод, но не ест плодов, выделено. Не сказал также, кто не обогащается от плода, но не ест. Так повсюду убеждает искать необходимого, а не излишнего. Не сказал, продает овец или съедает их или все молоко, но молока, показывая нам этим, что учитель должен довольствоваться малым вознаграждением и необходимым содержанием. Именем пастыря указывает на то, что учитель должен иметь большое попечение. Имеют наши наставники попечение о нас? Имеют, конечно. И пользуются они... малым, поэтому и отказывается от наших попечений. Даже. Почитайте, когда я толкование, ничего этого на практике-то нету. Малым не довольствуются. Выходят священники вот здесь, вот такие горы идут один за другим, специальные ризы шьют обхватные.
Я говорю не просто так, я священнику тут одному помогал. При росте где-то 1,65 м, 153 килограмма. И ты понимаешь, что это такое? Я все время так хотел подойти и сказать: батюшка, уйди из храма. Вот как пузырь какой-то выкатится, как же не стыдно-то. Ну, не следил за собой, не работал. А почему? Потому что сидел. Бегуны такие не бывают с брюханью. Знаете, бегун бежит, какой он? Который первое место занимает. Посмотрите, там это разное, с южных республик, там эти негры, как они бегают. И здесь везде говорится о том, что идти благовествовать. Придумали монашество сидеть. Вот у меня, ты против монахов? Я не против. Я против, когда Евангелие идете. Это же антиевангельский вызов. Идите, и говорит, он достоин, он учитель. Какой учитель? А они молятся за весь мир. Такого нигде нет, что специально сидеть, молиться. Я молюсь за весь мир. Так, ну, я же работаю. Почему ты-то не работаешь-то? Почему не идешь, не благовествуешь-то? Мы за весь мир. Вот довели мир до какого состояния-то? Огромное блудилище. Это вы домолились так. Аминь. Жениться нельзя. Друг на друге монаха можешь жениться. Развернули-то эту голубую компанию. Вокруг все дохнет уже. Царство Афедрона. Что тут непонятно-то? Ты вот прочитал это. Что угодно. Ползком буду, но буду благовествовать, как Иеремия. Так говорит Господь. Сегодня не могут они сказать. Так сказал Синод, Святейший Патриарх. Это новая религия изобретенная, совершенно не обращающаяся к Евангелию. Вот у меня это в предисловии к истинному православию, книге написано. Поэтому они от злобы лопаются. Их не обличают в этом ни баптисты, ни католики. Я, может, единственный сегодня, это Павел Адельгейм был убитый. Он был совершенно независимый и говорил. Сергей Желудков. Это нельзя не говорить об этом, потому что это самый корень. Есть люди, которые, насколько я не знаю, там, вот палочка Коха говорит, есть, которые сами себя заражали, чтобы победить и показать. На себя испытывали, невероятные вещи делали. Ну, я проверить этого не могу. Проверим вот это на себе. Воин. Сравнивал с воином. Как воин? Ну, иди и спроси, как его взяли, как он работает. Какое у него с собой имущество? Много имущества награбила армия Наполеона. Да не дошли до дому. А сегодня, когда рассматривают скелеты, где Наполеона армию хоронили-то, и узнают, какие тяжести несли, искривленный позвоночник в одну сторону, плечевой сустав, который, то есть, несли целые сундуки с собой-то. Ну и не дошли. Замерзли, погибли, а имущество растащили. Воин на реке. Я вчера посмотрел, какие составы сегодня, ну, вчера гнали туда, на Крым. Полностью громадные составы, вагоны идут, идут, техника военная, все. А кто с собой еще взял? Ничего нет с собой. Соскочил автомат в руки и побежал. Автомат, вот он тебе. Слово Божие. Слово Божие так называется. Оружие. Меч, обоюдоострый меч. Нет этого. Монахи, воины. Какие воины? Покажите оружие-то. Им в руки не давали Евангелие. Не было на 11 тысяч воинов ни одной винтовки. Какая же это армия? Это как в войну было. Хоть на троих одна винтовка. А вот убьешь фашиста, завоюешь, у тебя будет оружие. Здесь ничего нету. Умрет монах, Евангелие твое. Он умирает, а у него ничего не было. Нету. Я наказал, когда я отойду, чтобы Евангелие у меня было на груди лежа. И Новый Завет. Заламинированный. И на кресте, чтобы все время у меня висело Евангелие. И написано было, кто желает, берите. Я из могилы буду. Я оставлю наследие, допустим, 500 Евангелий Новых Заветов. Мои кровные. И тоже заламинировать, целлофан на мешочках повесить и время от времени проверять, а может зараз несколько повесить. Это моя забота такая. Этот услышит, говорит, я себе такой наказ делал. Ну, пожалуйста. И ты будешь подражаем. Евангелие. Без Евангелия нет жизни. Было бы Евангелие, не было Майдана, не с той и другой стороны. Не было бы Крыма, не было бы Советского Союза, не было расстрела царя, не было бы мусульманства. Никаких откровений Мухаммад не мог бы получить, если Евангелие в сердце было. Как оно может вопреки Евангелию идти? Что за откровение-то? Христос воскрес, а он говорит, он не воскрес и не умирал. Какое это Евангелие? От кого? Прямо показывает. Дух Антихриста. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти. Пришедшего, не родившегося. Пришедшего, он вечно был и теперь родился через Деву Марию. Этого там нету. Нету. 2 миллиарда. А сколько за 1400 лет? За 1300 лет. Сколько мусульман было? Да какие они люди-то хорошие. Действительно, талантливо религиозно. Им Евангелие-то не дали. На полях сражения, говорят, только встретились. Когда считаешь невероятно, неужели можно было так? Я вот задам вам вопрос сразу к этому. Скажите, почему Господь предупреждает
что я тебе говорил, а ты не слушался. И притом уже более грозно говорит. Напоминание какую роль играет, когда человек сразу не сделал? Ну, Бог сказал, он не делает. Господь посылает новых пророков. Предупреждение. Да, предупреждение. Да. Почему он посылает предупреждение? Простой вопрос. Потому что он человеколюбив. У нас храм. Написано, зайди вон там, прочитай. И написано, в храме не разговаривают даже шепотом. Конкретно спрошу, слышал про это? Сегодня жалоба, в прошлый раз жалоба. 17 лет на одном месте, 17 лет жалобы идут. На одного и того же человека. Сейчас-то можно помолчать? Сейчас-то помолчать? Сегодня я вас останавливал вместе с Веней. Да не разговаривай. Зачем вы к нему подошли? Я просто подошла. А зачем? Мы не разговаривали. Один край. Я не разговаривала. Сейчас попробуй не разговаривать, ни одного слова. А что сегодня... неправду-то говорить? Постоянно неправду говорят. Ну сейчас можно не говорят. Говорить? Постоянно неправду. Он рот разревает им все. Ужас. Ты понимаешь, что ты не сама это говоришь, тебе это не надо, ты переживаешь, болеть будешь. Но сегодня он не так сделал. Но прошлый раз за тебя тоже замечание. И каждый раз одно и то же. Я староста, я имею право подойти и сказать, но я без слова говорю, без слова. Прям переживаю это смертно. А ты сказала бы, Господи, слава тебе, напомнил, я больше этого не буду. Смертно, все, шкура с лица сползает. Да разве можно так? Не, подождите, стоп. Не надо так горячиться, как это не было ничего. Во-первых, вы к нему подползли змеёю. Он начал говорить с вами, кто виноват-то? Зачем вы вообще к нему подошли? И вы так поступаете провокационно, чуть ли не с каждым, кто новенький бы заходит. Чего вы к нему с этой любовью своей неправильной лезете? Что одна с этой любовью, что вторая? Ну, вы покажите истинную любовь. Не надо отговаривать. Почему вы здесь не сидите, жена, не поете? Вот Надя молодец, она постоянно поет. Сидите тут, пойте, разговаривайте с человеком, там ему объясняйте все. Человек вышел туда, вас уже нету, все, уже... упахнуло. Зачем так, вы все церкви сейчас занимаетесь? Я объясняю. Он избран на это дело наблюдатель, смотритель. И он должен шепотом тебе, не шепотом, пальцем показать только и все. И непрерывно жалоба. И ты ему веришь, я ему верю. Потому что я сам это испытываю. Молчать не можешь, а ты не от Бога. Я не разговариваю. Я нам сущаю, что мне ни слова не сказать. Сейчас ты не можешь. А что подошла, я неправильно сделала. Вот что еще доказывает? Я слышу, что сатана в рту засидит. При людях ни стыда, ничего. Тебя весь мир завтра будет смотреть. А ты укорять кого-то будешь. Сейчас попробуй, чтобы не дергаться. Покажи. На отчитку надо идти. Все время, все лучше, лучше. Все равно. Не при, понимаешь, как, еще доказывает-то еще. Ты скажи, молчи, я больше ни слова не скажу. Новый человек пришел, он зашел. Зачем тебе его хватать? Я говорю, никого за руку не прикасайся. Я предупреждал. Зайди вперед, из дома выйди за 20 минут. И ты ближе всех живешь. Не считая батюшки. Всего 56 метров. Все равно в самый последний момент, одевши, буду ходить, раздевать, а когда дали команду, уже на молитву выходим. Что это? Сегодня вон все это видят. Одна ты. Это позор, просто из позора для меня. Но это не всегда сейчас, же бывает. Сейчас помолчать. Я сказал случай. Молчать. Так. Сегодня Надя, я готовила, минутку. Поэтому. Сядь-ка рядом сюда. Перед ней, перед лесом. Так, познакомься. Ее звать Надежда Ивановна. Я ей муж сказал, 5 недель, чтобы звука не было, она ни разу не издала. Вот тебе образец послушания. 5 недель, она ни разу не сказала. Ее тут говорили, и все, она никаких. Она опустила голову и работает над собой. Я свидетельствую, так, нет? Да. Все, все засвидетельствуют. Ты не можешь даже сейчас промолчать, это беда. Тебе говорят, ты в обиду идешь-то. Тебе сокрушаться надо о себе, а ты на брата. Да дьявол, что его не сломить, это гора. Ты на него глянь только где. Против него кто воевала? У Бауэра Марийка. Ну я надела, что синичка, может ли она против такого орла воевать-то? Он взмахом крыла его ветром уже сдуло. И больше ее нету. Он поставлен на это, его избрали. Он делает замечание. Я ни разу не нашел, чтобы он хватал-то. Он подходил и говорил, пожалуйста, где-то. А то отошел от меня. Что вы делаете? Господь предупредил раз другой, дальше он не будет предупреждать, он просто положит на одр болезни и не будет исповедующего. Мы это считаем сейчас, где? А вот где. Для этого Павел и пошел, чтобы вот эту гордость, вот это противление, упрямство сломить в люди. А как? Родить свыше. А как я узнаю? Первый отверг из себя, первый шаг. Если ты родился свыше, для тебя этот шаг очень свободный. Так, попрошу застегнуть, у нас не положено это. Это блатная мода масонов. Никогда не расстегивайся. Я был в армии, все. Больше ни разу не расстегнулся. 60 лет. Научите себя сжимать.
слово сказать, когда стал обмен разными учителями, преподавателями. Мы обменяли в Японию, там, а из Японии приехали сюда учиться в МГУ. Я, говорит, с ним еду, с этим студентом. А он, говорит, в черной форме, как у нас в ЗУшнике. А в Токио такая жара, ну, может, без рукавки. Я, говорит, ему говорю, а сяке, а можно было и так? Так все, пусть попробуют, как я. Все, застегнут все пуговки. Я говорю, ну, жарко, ты расстегни. Так делают все, пусть попробуют, как я. А где это? Сам освященный. Я говорю, Федор теперь научился всему этому. Пить хочу. И вдруг яблоко, трава. Так, яблоко. А яблоко, и мы проходили про яблоко. А оно утоляет жажду. Так. А если бы пришел сюда неверующий, он бы съел, и я съем. А чем я от него отличаюсь? Так вот тебя! И растоптал. Пусть попробует, как я. А было время, когда он говорит, так пить хочу. А ему учитель говорит, довольствуйся зеленой травой. Полежи маленько и пошли дальше. Вы себе создайте условия такие, строже которых никто не придумает. Они не в монастыре здесь. Отвергнись себя, своего я. Нигде ни слова в присутствии мужей. Хотя один мужчина здесь есть, чтобы звука не было. А я сижу, муж. Говорю и тра-та-та-та-та-та. За каждое слово на мытарствах отвечать будешь. Не пройти это мытарство. С сегодняшнего дня поступаешь в ученицы Надежды Ивановны Польгуевой. Так, возьми на ней, сестра, прошу. Возьми шефца, научись, что сама умеешь. Я бы хотел еще добавить. Смотри, она как смеется. Хотел добавить еще это. Говорят, пословица такая есть, народная мудрость. Волос долог, да ум короток. Да. Дело все в том, что когда вы начинаете вот что-то, какое-то противодействие Господу, это долгоиграющая программа, а не заканчивающаяся она только на вас. Вот после этого, после того, как вы подошли просто к этому человеку новенькому, дальше-то пошло это все развиваться. Я выхожу, я уже теперь должен замечание ему сделать. Ты что же это, молодой тем более парень. Я говорю, как же, ты же знаешь, что разговаривать нельзя. И ко мне уже подбегает его родственница, и меня уже, что ты тут его учишь? Что тебе надо? Понятно, что дальше идет? Я уже начинаю виноватым, мне теперь надо теперь оправданий. Целое сочинение писать, я вам хочу сказать. Да. И теперь, что я заговорил-то с ним не просто так, чтобы его обидеть, бедненького маленького пармешонку, а для того, чтобы назидание показать. Теперь мне нужно там, с той стороны. Так, все, так, молчок. Теперь я скажу. Мы каждый день молимся. И в молитве, когда о святых мучениках, говорим, Господи, да не примет никто начертание зверя. А дальше говорим, Господи, укроти зверонравный характер Анфима и Вениамина. И устраши родителей за такое злостное воспитание детей. И один из них сегодня здесь является. Я участвую в этом каждый день. Ты на помощь пришел, ты начинаешь все разрушать. А родственники, которые подошли, это не духовные люди-то. Им с ним жить. Они не понимают этого, что они, говорят, второй гроб готовят. У Бога все вымерло. Отвергнись себя, твое я, амбиции твои. Как будто никогда этого не было. Растопчи его. Сделали замечание, скажи, ты прям, говорится, с лица кожа сползает. Да разве можно так? А ты наоборот возведи глаза к небу и возблагодари. Вот, ну простите, Христа ради, я... столько много. Молчать. Молчу. Во имя Христа, да запретит тебе Господь. Ты что делаешь-то? Восьмой десяток лет идет. На исправление уже дня на одного нету. Сидеть спокойно и свирать к небу. Сядь на место. Сядь на место, вернись на место. Вы думаете, от чего такой человек? А чего того, что мне Бог дал его довести. И она в минуты, когда тают, и говорит, меня никто не доведет до Царства Небесного, только ты. И мне дан этот довесок, чтобы не гордился. Я везу ее уже почти 50 лет. И я ее доведу все-таки. До чего-то. 20 лет. До Царства Небесного, конечно. Как протопоп Авакум говорит, согрешил, дал плеть и говорит, бейте меня. Все. А дальше добавлял, говорит, иначе не будете со мной в Царстве Небесном. Относительно себя, он говорит, немало не сомневался. Я тоже сегодня провинилась. Так и я. Да это я сказал просто так, в таком юморном. Чего ты провинилась? Сам не искусил. Игнатий Тихонович спросила. Игнатий Тихонович, можно мне сказать немножко по этому же поводу? Потеряевки у нас тоже в храме. Сестры, особенно баба Серафима, а с ней, конечно, это непростой орешек, так сказать. Вот. Даже маленькое замечание по поводу шуршащего пакетика, что у нас не положено в храм сам заносить.
Она там к батюшке обращалась, обида была сильная. Вот, и, а вот по поводу разговоров никак это не сдвигается. Помолитесь об этом. А мы молимся. Храме, не знаем. Да, это означает. Храме именно. Виктор, это означает. Там свечки поставить, да. Кому она тут же говорит. Я уж сколько говорил. Это московская патриархийная закваска. Что это не надо делать. Ну, закваска. Это означает, когда был муж, противоречило. Ну, понятно. И с того момента, постоянно и всегда, это за, надо рвать просто вместе с коростой, верхним слоем полностью выбрасывать. Ну, она бывает упрямая. Ну, упрямая, ну, я не из таких, которые сразу... И вот она говорит, а почему вот такой-то человек не выходит, не проповедует, он там был когда-то, он никогда не проповедовал. Но, ну, нам нравится, как он считает. Ну, считать, конечно, он может, проповедовать он уже не будет. А почему? Я взял книгу правил... Чтобы просчитал, и я считаю, вот смотри, вот, вот под какие пункты он попадает. Он лишен благодати, написано, безблагодатный. А хотя имел должность, там, церковную должность. Безблагодатный. Да ты что, а ведь я хотела. Не знаю, так она мигом пошла туда, перед ним извинилась. Я хотела тебя, чтобы ты был здесь в церкви, и так-то, оказывается, ты безблагодатный. Нет, он говорит, я никогда не настаивал, я это знаю. Чего ты ради за меня ходатайствовала-то? Вы знаете, о ком я говорю. У человека смертный грех. И все. С бабой Серафимой я говорил сегодня по фотографиям, как с ней можно работать. Ну, не всегда, конечно, так успешно, как я с ней, но я временный здесь. И что интересно, она внутри себя настолько располагается, вот я с ней только что поговорил, я ее, как говорится, давнул, ну и пришел, помолился, лег спать. Утром ни свет, ни заря, она уже прибежала. Через всю деревню прибежала, стучится, выхожу, что? Володя уехал, Васю увез, и его нигде нету, надо помолиться. Тут же мы с ней стали сразу молиться. Она через всю деревню ко мне прибежала помолиться. Дальше я пошел, она говорит, телефон не работает нигде. Я говорю, может так, что он доехал, а автобуса нет, он двинул до Ребрихи. А все так и получилось потом. А отвечать тут есть зона у нас, низинка, где не берет. Так и получилось у нее. И когда подняли всех в деревню, там стали молиться, все отошло. Так она потом несет... какую-то там дыню принесла. Проходит маленькое время, и дождь идет. Она под дождем опять шлепает. Пришла там, чесноку вот принесла тебе, да, чтобы где-то. Она очень добрая. И к ней нужен подход. У человека жизнь такая была на исходе. Как? Ну вот, не всегда можно ее достучаться. Ну можно, я конкретно говорю. И мы с ней практически, вот как не Анила, это мы с ней друзья, водой не разлей. Не Анила. Вот. Ну и так, дальше. Еще хочу. Я предупреждение, один раз предупредил, так и человек. Сделал замечание. Он для тебя в храме тот, который учит. Все, сегодня новый учитель тебе дан. Мне уже легче будет. Я а когда у меня одежда, Иванов, чтобы рядом сидел всегда теперь. Я хотел еще покаяться, и хочу, раз уж к этому делу, чтобы до конца. Дело все в том, что вот эти вопросы о разговоре в храме не братьев, в основном только... Это женского пола касается. До конца никогда я не довожу. Если бы я все эти разговоры, какие там сестры разговаривают, поднимал, особенно сестры, которые стоят на клире, они постоянно что-то дошепчут, что-то да там скажут, что-то там да между собой там это, и так далее. Я же не поднимаю эти вопросы. Почему? Ну это как бы технические вопросы, простите. Но их тоже не надо. Я все время говорю... Нина Александровна, ну почему вы перед службой это не затеяли? Ну почему там спевка какая-то или еще что-то, какие-то ноты? Надо перед службой поднимать. Ну теперь понятно, это важно, чтобы это было благоговейно. Но мы в одном случае делаем благоговейно, в другом случае планку понизили до греха. На показать на пальцах можно, вот эту книгу показал, все, разговор-то какой? Ну да, казалось бы можно, но так, бывают тихо, сложности тихо, и все. Давай. Можно и записать. Я не умею петь. И подсказать некому. И бывает, что вот мы стоим, я даже не знаю, как вот, я обязательно, ну, кому-нибудь спрошу, если, ну, как мне это, я даже не знаю, как. Я не знаю, как поют. Когда никого нет. И спросить не у кого. А что на спев... Я всегда об этом, это, вот сейчас вот он очень хороший вопрос поднял, который у нас, этим мы, с нами никто не занимается. Мы самородки, вот как, ну, как сумели вот сами, мы так и там рот открываем. А другой раз даже не знаем, как его открыть. И я вынуждена куда-то вот где-то искать что-то, а то еще не знаю, где взять. Конечно, может, даже когда-то бывает, что и спрошу шепотком вот так вот на ухо, а как мы вот этот глаз, какой надо?
А для никого покажи вот так, покажи, скажи, не знаю. Вот, вот это означает нет. И на себя покажи, я ничего не знаю. Все. Я уж тогда доскажу. У меня уже не один раз такое было, что я не хочу больше туда вставать. Не потому, что я не хочу перед Богом стоять, а потому что я не умею. Я тебя научу сейчас. Ты сейчас за раз пройдешь все это. Будешь знать. Приезжает, мы на квартире, три брата родных, учимся все на священника. Придает знаменитый богослов, как его считают, проповедник Божьей милости, пивоваров отец Александр. И вот к нему приезжает священник, там Кизюн, ну и он говорит, а как вы великопостное это слушаете? Тут с одной книги на другую, на третью, на пятую. Ну вот, говорит, путаемся как. У нас было самое главное, чтобы, говорит, не прекращалось. Народ-то не знает, с какой книги считаем. Главное, чтобы вот это как зарядились, снопы. Чтобы мекина летела, полова отлетала, солома в одну сторону, а уж зерна есть нет, нас никто не видит, не спрашивает. Главное, чтобы эта молотилка работала. И поэтому какая под рукой книга, ты какой угодно, только вставай проклятием заклиненный, не пой. Мотив, пастырье, заставь, а остальное можно петь. Так даже... он же сразу меня отдернет и будет меня ругать. Ну, все тогда передай ему от один сторону молча, опять же молча. И поклонись ему. Поклонись он ему. Же, он же тут же мне скажет, так, ты все, что там громко. Дальше уже не надо. Я уже сказал как. Никто не знает эти восемь глазов у нас, и никто не будет слушать. Я-то глухой, а другие духовно не понимают. Нам этой разницы нету какой. Пой, раздевай рот. Нина Александровна меня не понимает. Батюшка выходит, а у него прихожанки. Самая молодая, 65, кажется, лет. А другой 70, 80 и 93. А кричат, говорит, во всю головушку. Батюшка выйдет, да что ж вы так кричите-то? Да батюшка, ну хоть как-то услышала, чтоб Господь-то во всю головушку кричат стоят. Ну, такие, как есть, благодари Бога. Этим не смущайся. Она просто скромничает. Командир должен знать все в подводной лодке. Молодец. Ты не знаешь, все остальные запаниковали, лодка пойдет ко дну. О. Ты, сынок, говорит, никогда не давай, это лодка-то там, господи, ща какая. Да виду да. Не давай, что ты не знаешь. Ю-571. Вот. Даже виду не давай, иначе эта галошина потонет. Не-не, у нее все нормально было, она просто, ей просто не надо смущаться. Уже Таня Дмуха и то тормозит иногда. Она раз тормозит, я ей по руке. Давай, продолжай, кто там тормозит-то? Там восьмой глаз, пятый, кто там что знает-то? Мы же тут стоим, герои. Ну а если бы мы тут, проскочили, мы встаем и все на разные голоса. Такого не бывает. Бывает. Так, ну, это резко. Он говорит, а если бы мы вот тут вот собрались, слушай, заранее? Разные, да зато он сказал, не бывает. Ты сказал, на самом деле, мы-то думаем на разное, а люди даже не слышат. Ты к его словам-то прислонись и поцелуй эти слова его. А ты, давай, ну теперь бывает и не бывает. У меня был в лагере один пацаненок, не стал купаться. Все, вода холодная. Ребечки, да теплая вода. Холодная. Теплая, он холодная. Третий раз сказали, теплая-то, он стоит и разревелся. Теплая. Он не мог победить. Но в другом месте он оказался победитель, ни одного такого не было. Выше, скажу, ягоды. Я говорю, ребята, вот сейчас напали на нас враги, побили, а потом идут и пристреливают, кто признаки жизни подает. Вот можете сейчас упасть, вот так лежать, а там пауты, там разные комары, мураши, стрекоза летает. Можете, чтобы виду не подать. Ну, легли все, легли. Только комар сел, дернулся, так пристрелили, уходи. Утаскивайте труп. А этот самый Тимошка-то лежит. И вот паут сел. А паут это у него не клюв, да лото. Как его надолбал. Даже ни один мускул не дернул. Живой или не живой, я уж сомневаюсь. Стрекоза прилетела. Мураш пополз в нос куда-то за продуктами. Молчит, лежит. Ну все уже поняли, идти надо. И комары облепили, даже ни одного признака. У него качество есть, с которым любая жена уживется. И так и есть. Кондзё. Да. Кондзё у него высшего качества оказалось. И поэтому определять по холодной воде рановато. Надо было дождаться второго испытательного полигона. У каждого у нас где-то что-то есть. Надежда Васильевна показала лучший высший класс, когда сидел в тюрьме. Ей никто тогда не мешает, меня на пути нету. Она тогда уже на белом коне и кобура при тюрьме. Она все препятствия прорывала, везде пробивалась, и в Москву, и везде. Самолет на ходу остановит. О! А мы-то думаем, куда Боинг исчез. Я буквально говорю. А, буквально. Опоздал на поезд, завернула где-то на самолете и догнала его. Боинг-то пропал там, знаете же. Но... Не нашли? Не все, так вот что было. Итак, внимание, слушаем дальше.
Восьмой стих. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Толкование. То есть разве я только говорю человеческими примерами, подтверждаю это, а свидетельства из Писания не имею? Я могу доказать, что это и Богу угодно. Тоже повелевает и закон, который не от людей, но от Бога. Так, минутку. Кадзё? Подними, сядь прямо. Антикадзё называется. Ну что, трудно тебе сесть прямо-то? Четыре раза сказал, что это? Это не умение, ничего, это... С таким характером-то какой ты христианин-то? Подвинься туда рядом с Игорем. Подвинься туда. Удобно сесть тебе было. Садись сюда. Садись. И не сгибайся горбом. Сядь прямо как человек, не как монах. Да, ты на монаха сидишь. Здоровый монах. Распрями твои плечи. Ну, тут толковать, ты чего? Все это понятно, и сам по себе стих понятен, и толкование. Даже непонятно, для чего Павел писал это. Да. Девятый стих. Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. А вола клепечется Бог. А как они заграждали? Когда вол молотит, ему под хвост мешочек, чтобы лепешки-то не пали пшеницу, а на голову мешок вот с этого места, чтобы он не мог взять. А трудящий-то достоин пропитания относится к валам. Не заграждай рта у вала. Не тогда, когда он зайдет, забредет на гумно, а когда он молотит. Работает. А теперь Павел говорит: а вы знали туда? Знали, мы никогда этого не делали. Не делали. Так о валах лепещется Господь-то. Вала бы кого назвал? Те, которые проповедуют, молотят. Монахи — это не валы. Это не валы. Это умершие мумии в саркофаге. Весь монастырь — это огромный саркофаг. Так стало бы, заграждали все-таки? Заграждали. Да. Поэтому закон сказал: не заграждай. Ну, я считал про такого, у него виноград собирает, он наберет девушек-то. Ну, а женщина, известно какое создание, она в 4 раза больше мужчину лопает. И он тогда, чтобы они не ели, он заставлял их петь. Чтобы они брали виноград и пели, а когда во рту-то, петь-то нельзя. Сразу обнаруживали, кто ест. Он не давал. А когда соберут, тогда гнилушки какие-то даст себе, пускай ест. Экономили на чем? На женщина. С избытком подтверждает желаемый предмет. Почему приводит в пример и волов? Что же, неужели не печется? Печется, но не так, чтобы давать законы о них. Поэтому заботливостью о бессловесных внушал нечто иное. Именно, приучал иудеев заботливости об учителях. Отсюда же узнаем, что все, что не говорится в Ветхом Завете, выделено жирным крупным шрифтом и подчеркнуто, говорится в Ветхом Завете о бессловесных, то служит к назиданию людей. А знаете, как я к этому ставлюсь, с вашего разрешения? Да. И вот говорит: так а монастыри — это источники мудрости. Там книга печатания, а пока не было, переписывали. Как вы говорите? А вы знаете эту историю? Когда же преступлением считалось писать что-то, чтобы храма не было никакой. Самые грамотные, самые сильные высасывались из народа, они там и были. Это вы заблокировали. Откуда ликбезы-то появились при советской власти? Это ликвидация безграмотности. Мой отец ходил в школу. У нас уже ребятишек полон дом-то, 10 ребятишек. А он пошел, а тетрадка-то грязная оказалась там. Его учительница спрашивает: Тихон, а что у тебя тетрадка-то так? Да Марья стряпала, что-то там тестом задела. Ну, ребятишки смеялись и как. Всех подняли. И, я не знаю, мама моя ходила или нет, она научилась считать, наверное, лет 60. Бабушка один раз лежу, газету держит. И я думаю, она считать-то не может. Она буквы считает, сколько букв. Название газеты. Еще как считать, да надо разъяснить. Панорама. А у меня отец политик был, он читает панорам. Как суслики побегут, когда ударят. Как шурахнет Китай мешком пыльным из-за угла-то. Что-то с ними будет. Панорам. Так, Игнатий, если жития святых рассматривать, и там очень много говорится про преподобных, это же там монахи все, там нигде не написано, чтобы они чернила покупали где-то там, зарабатывали и писали. Или пергамент. Они были, писали. Переписчиков было у Пахомия, допустим, 30 человек. Они снабжали другие монастыри. Они работали. Но вы силы-то все.
Народовольцы шли наоборот в народ, учителей посылали, эти из народа высасывали, у них все наоборот шло. И народ совершенно обезглавленный, ну, питались, приносили, думали, через монахов иметь жизнь вечную. Они не учителя. Эти труды, которые переписывали, они труды-то для монастырей шли. В народе-то, считай, там, ну, 1-2 экземпляра были. Ну, а братья долгие при Иоанне Златоусте. Да. Ну, вспомни, 10 тысяч монахов сразу убил этот Александрийский. Феофил, да. 10 тысяч воинов там сколько было направлено, и вы монахов, это же не с бухты-барахты-то это началось охота. Трех братьев надо было поймать, они все высокие, их прозвали долгие, а они были друзья Златоуста. А так как против Златоуста пошла борьба, ткни ее, она опять на прежнюю. На прежнюю. Понимаешь, это тоже борьба идет. Четвертый раз наказание уже. Значит, 400 поклонов дома придешь. И их надо было взять и допросить. Патриарх нанимает воинов, изыщников. Напоил их вином. А куда? Карты-то никакой нет. А вот в этом направлении, в пустыне. Та туда ходят монахи, когда приходят тут храм-то. И они пошли туда. Залетают, а их там 5 человек молятся. Так, братья долгие были здесь? Он тут лежит. Братья долгие были здесь? Не знаем. Всех до одного зарезали. Хорошо, будет на крючке. Это они помогают патриарху. Патриарх послал воинов, язычников нанял. Следующий приходит, а там монастырь. До монастыря-то 800 человек. Вы братьям долгих видели? Нет. Не было здесь. Врете. Всех порезали. 10 тысяч монахов зарезали. Монахов в пустыне. Это патриарх православный послал. Его нигде не отлучили от церкви, ничего нету. Это найти свидетелей против Иоанна Златоуста. А их там и не было, они в другом месте уже были. Почему мы молчим, говорю, католики, инквизиция, а это как назвать? Что? Католические убитые католиками лучше, хуже пахнут, чем наши православные убитые. Какая разница? И вот это все за кадром. Это я начитывал, считал, поэтому говорю так, как есть. Так, ободрись. Давай. Еще хотел вспомнить убиенного этого армянина-то, льва, которому руку отсекли в алтаре. Он-то тоже там начало, когда начинается всего, иконоборчество. Его в чем было иконоборчество? И там написано, что так как наступление мусульманства было очень по всем фронтам большое, он решил остановить вот таким образом странным, зная, что они не принимают изображения. И он тогда решил просто иконы поднять, чтобы когда мусульмане приходят, послы там или так далее, ну и вообще там мусульмане, чтобы они видели благочестие какое у людей. Чтобы не было вот этого. Не поклонение. Да, чтобы не было вот этого, ну, там, уже идола поклонения натурального. А потом, когда его зарезали, сейчас это же никто не разъясняет, никто, торжество православия, но, вот узнаете праздник торжества православия, но никто вам не скажет, что он в этот день зарезали в алтаре льва армянина. Никто не скажет из православия. Да как зарезали-то? Он император. Канон говорит, что мирянину в алтарь заходить нельзя, кроме императорского достоинства. Его нельзя убить, он на клиросе поет, он певец был хороший. Вокруг стоят телохранители, не подойдешь. Ну, сказали бы Януковичу, разрешается он, президент, разрешается в алтарь. И туда ворвались православные, а он крестом защищается, руку вместе с крестом отрубили ему. Так это наш, это герой, это же православный, а который на Майдане, это бендеры, фашисты. Видите, двойной стандарт здесь идет. Убили его, убили, похваляется, и какой? Во время Рождества, да. На девятой песне. Как это ввели? Все знают, мы его убили в алтаре, во время, когда весь мир встречает Рождество Христово, а мы негодного императора убили. Это наши воины, наш ОМОН, наши... спецгруппа Альфа. Бежит. Это святые, их надо отпевать вовремя. Христолюбивые. Это все написано. Написано не врагами нашими, житописателями. Так что ко всему надо подходить так. Это были убийцы. И убили человека, когда надо было молиться. Они подказали, что охранники-то не могли туда в алтарь-то войти. Он один. И они все рассчитали. Это операция была целая. Да. Дальше. Арий. Об Арии молились, чтобы только он умер. И вдруг Арий пошел в туалет, и у него лопнул живот, и выпали кишки. Я стал беседовать с врачами, еще никого не нашел, которые говорили бы, чтобы лопнул живот, кожа лопнула, и выпали у него кишки. Это не может быть, его зарезали православные.
Не может этого быть, не может. Я с кем только не говорил, никто, да вы еще глупости городите. Да? Ну больно стало, человек перестал надуваться, даже если там какое-то где-то повреждение. Ну не может, оно уже там ущемление, там что-то делается. Через щель, когда разбилось, лопнула, допустим, какая-то оболочка-то, когда бывает защемление-то где-то. А вот он умер в отхожем месте. Это уже позор ему. Но сказать о нем не могли, он выглядел настолько импозантно, такой он был важный, такие проповеди говорил, весь Восток колебался. Да. Почему его не привели на эту сторону? Только сказал императору, ты Александр, патриарх, чтобы Ария встретили. Он вышел встречать и только и молится, Господи, да не хочу же я видеть этого изверга, да Господи, да никогда я такого поганца не видел, это хуже Ленина. И умер. Патриарх умер, так о, какой святой был, ох, слышишь. Так умер-то не Ария, а он умер. Может, Бог за такую молитву убил его. Такая ненависть, что смотреть не могу, лучше умереть. Да разве Господь так учил? Даже к врагам, и то нужно иметь снисхождение. И правило соборное гласит, с еретиками обращаться кротко, дабы можно было обратить. А не так, ты поганая, и другими словами. Кстати, и о Константине Великом надо сказать, что вначале-то он с энтузиазмом воспринял. А потом мы видим его колебания. Он, видать, как увидел зверонравный лик-то православных. Он говорит, а как, что же вы их гоните-то? И там постановлениями своими, эдиктами запретил, чтобы были такие противостояния, как вот сейчас на Майдане. Запретил просто, чтобы даже рядом не встречались, раз вы до такой степени ненависть у вас. И он потом не знал, куда примкнуть. И уж потом от Евсевия, который... Ближе к Арианам был, там никто не знает. Он не православный был и все. Не, да, не православный. И от него только принял крещение. Тоже его видно, понятно, что он заколебался. Он искал искренно верующих. Он к примирению их призывал. Да, главное, называет его равноапостольный. А он ни одного дня православным не был и умер еретиком. А его провозгласили. А зачем? Потому что это наше знамя, теперь под его имя, под православным будет. Он не был православным даже одного часа. Константин. И равноапостольный. Ну, явно дело, что нам надо маленько смотреть с разбирательством. Да, Константин, да, а с него началось, но он не был православным. Это был мудрый правитель, сильный воин. Вот у него зять это был Ликиний, последняя битва была на его сестре. И он с ним воевал, утопил его, разбил на голову. И единодержавный. Когда вошел на первый собор, это Трифилий, там описано, Спиридон Тримифунский. Какой он был? Что-то Библия. Как? А? Библия. Библию не ложите. Никогда не ложите. Я думал, что это за книга. Виноват. И он зашел, блистая алмазами и жемчугом, весь. И поражены были епископы. И, ну, на нем целое состояние, не одно. Представь, царь, император показал. Может быть, так и надо было, не знаю. Но когда они спорили, он говорит, вот за стол садитесь и здесь решайте, чтобы войны никакой не было. А изменение, то, что он сказал, он крутой был, он мгновенно обезглавливал их все. И поэтому его все трепетали и боялись. Интересно, отцу Андрею, когда он был в этом, в Лондоне, это мне из Лондона один звонит, вот разговариваем, Андрей, и говорит, вышел один и говорит, вот, диакон Андрею, ну вот когда были в тюрьме, в ГУЛАГе-то, вот я знаю, там, говорят, были баптисты, пятидесятники, православные, все были вместе, споров каких-то не было. Ну можем мы сейчас с вами за один стол есть, пить и есть? Он говорит, можно, в ГУЛАГе. Вот там весь Андрей. Можно, конечно, когда нас снова всех арестуют, все с нас снимут, ни у кого ничего не будет, и так и будет. Так это надо сегодня к этому подойти, а не искать там патриарх с лавром. За одним столом сидят, у нас сразу две семьи отсюда потерялись. А он сидит с еретиком. А с чего ты взял, что он еретик? Патриарха Кирилла, анафеме никто не предавал, не считая Диомида. Но Диомид превысил полномочия свое, он не имел права один синод весь отлучать. Ой. Еще раз 9 стих, потому что непонятно будет, о чем говорится в 10-м. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, в волах ли печется Бог. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, тот должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. А чем молотить? Языком. Живую пшеницу, Слово Божие.
А у монахов на первый день молчание, самоуглубление, самоисследование. Вот у нас написано здесь, вот в этом застенкой. Исследуйте Писание. И вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Другого пути-то нет, ни через монастыри, ни через мощи, через них, через Писание. А они свидетельствуют там. Ни один стих, он весь против православных. У нас какое место Евангелия не откроет, все против нас. Как целые века, кажется, сидели, думали, миллионы монахов, как исказить Слово Божие, как его вывернуть по-другому. Мы с Александром Менем беседовали, он говорит, у меня такое впечатление сложилось, что православные здорово исследовали Писание. И любое слово старались сделать наоборот. Вот прочитали, никого не называйте отцами. Отец диакон, отец, везде отцы, а никого никто не родил. Уж Александр Мень-то, что тут спорить-то, он ясно понимал правильно. И это только бы это, если. Я сегодня сказал на молитве. Православные без добавки ничего не могут. Даже к молитве «Отче наш» добавляют. Ибо Твое есть царство, сила и слава. Точка, аминь. Твое царство, сила и слава Отца и Сына Святого. Зачем Отца и Сына Святого Духа? От аварии напугал, от страха. Они не знали, куда втолкать это. Честнейший херувим. Это на истории пугнул, и они честнейший херувим уже миллиарды раз молотят, и все, что Богородица, а она не Христородица. Даже верят в разное предание православное. И во время крестного хода мальчика подняла неведомая сила, и он отсутствовал 3 часа, а потом опустился, ничего не вспомнил. Но вспомнил, как там поют святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Православные как? Без добавки никак, помилуй, нас добавили. Но если вы слышали святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, это означает 3-я ступень молитвы. А помилуй нас, это просительно на первое, мгновенно опустили. Но теперь дальше стали думать, а кто придумал? Православные. Так, а эти армяне-то этого не знали. Они добавили так, святые бессмертные, распнися за ны, помилуй нас. Как православные взыграли. Да нельзя распнися за ны, это еретики. Это распнися за ны только Христос, а тут Троица. Распнися за ны, распявшийся за нас-то. И сегодня они долбят армян за это. Ну не правы те и другие. Такой песни не было. Эта песня должна... Произносите, как ее вам этот мальчишка донес, если она не противоречит Священному Писанию. Нет, добавит обязательно, без этого никак. Вот добавляют и добавляют. Вот с литургией, чего только не делают. Мне один звонит, говорит, а я со старообрядцем познакомился, там Корнили, это Белокреницкое. И они ему сразу сказали, что у вас служба, а у нас 4 часа бывает, 6, 8 и 12 часов. 12 часов! Я говорю, вы слышали, что есть университеты? Да как так? Конечно. Так в университете набирают людей, которые сдают по конкурсу экзамены, чтобы пройти. И то им только 45 минут отдыхать. 45 минут идите, отдыхайте, маленько подышите воздухом-то. А здесь 12 часов, да они спят. И действительно у них заслуга большая. Умеют спать стоя и редко падают. У меня одна знакомая старобрядка была, и она вот так стояла как. Ну и... Голова-то пошла кругом, долго, она как бахнула вперед. А старик-то такой же, как она. И вот бывает, доминушки поставишь, они друг на друга, до алтаря, до самого. И все. А в лагере, помните, у нас Илюша был, Куцта? Да. Тоже мастер спать стоя, как у него это получалось. Старобрядец. Такой, да, и остался. Спать профессионал стоя. Уже в таком возрасте, профессионал. Время так стоит. Ты маленько постой, ну 15 минут, не можешь там 10 минут, ну чтоб душа пылала-то. Ну а потом делай свои дела, да опять встань, как Антоний Великий, то встанет, опустил руки, плетет, опять соскочил, опять руки поднял. И вот, а он просил у Бога показать себя, ну на кого я похож, и вдруг видит сам себя со стороны, то плетет веревки, то руки поднимет. А это ангел показал, вот кто ты есть. Труд и молитва, молитва и труд. Краткие молитвы. Длинные молитвы Господь осудил. Не будьте многословны, как язычники. Это язычество в нас гуляет. Но, баба, умеешь молиться кратко-то? Тоже другой раз разгрызешь, все внуки уже давно ушли из дома, она все молится. Давай. Хорошо, пошли. Хорошо. Толкование. Употребил слово «конечно» как о предмете общепризнанном, чтобы не дать слушателю повода возразить что-нибудь. То есть учитель должен возделывать ниву, сердец и трудиться с надеждой на воздаяние и вознаграждение. От сеяния перешел к молодьбе,
чтобы и этим выразить, как много трудов у апостолов, ибо и они пашут и молотят. Поскольку же пашущий только надеется, молотящий отчасти уже и наслаждается, то сказал, что молотящий получает ожидаемое им. А пашет чем? Я на того, что плуг, язык. Ты видал, какой плуг? Вот человек язык говорит, он как плуг. Я тут соляну, то есть люди, которые ничего не знают, ты первый раз, ты ее вспахиваешь. Ты взрываешь, и у него все ломается, он привык, у него цветочки растут на лугу. И вдруг плуг прошел, все перевернул, одни корешки торчат, а теперь посев будет. Какое слово Божие? Вот тут понятно делается. Пашите с надеждой. Да, ну и о молотящих тоже, ну, нам сказать нужно, что молотить-то нужно уметь тоже молотить, потому что молотить можно и пустое. Чтобы молотьба была... Чтобы от этой молодьбы было зерно, зерно истины евангельское, молодить нужно истину, которая изложена в Священном Писании. Я поясню немножко здесь. Есть такой был писатель Якуб Колос, белорусский. И он написал книгу «На Ростоне». И вот там молодой учитель, куда ходить-то там? Ну, ходил к диакону на дом-то. Диакон у него там все, говорит, такой пустой, говорит, как обмолоченный сноп. Я когда прочитал, думаю, как точно-то. Такой пустой, как обмолоченный сноп. Его обмолотили там, в семинарии в этой бурсе-то. У него здравой мысли, живой мысли даже нету. Надежда Васильевна, слово. Я когда хожу, раздаю вот эти книги, Новые Заветы, там, Евангелия, и душа еще наберу, вот в церкви книги полные, сумку раздаю. И вот одни говорят, а вы не эгоисты? Я говорю, нет, православные. Ой, наконец-то православные вышли. Я говорю, да, православная группа сейчас действует более активно. Наконец-то заактивничались православные. А то все надоело уже, все сектанты да сектанты ходят. Слава Христу. Молотите и дальше. Зерно только. Поскольку же пашущий только надеется, молотящая часть уже наслаждается, то сказал, что молотящий получает ожидаемое им. А дабы кто-нибудь не сказал, что же, за столь великие труды апостолов ты полагаешь им вознаграждение в том только, чтобы получать пропитание, прибавил, с надеждою, то есть будущих благ, так что должно надеяться и тех благ, да сверх того и есть и пить за счет учеников. Одна бабушка молилась о пробуждении деревни, всю жизнь молилась, умерла и ни один не обратился. Но как только она умерла, когда хоронили, одна душа стала вспоминать, как я ходила к ней, как мы читали Евангелие. А что она читала? А некоторые не ходили даже. Она стала читать. И почти вся деревня стала верующими. И когда нам говорят, ну вот вас не будет, что будет? Мы начаток. Мы сделали то, что ни один человек не делал. Чтобы деревня с таким уставом, так вот у нас как на службе, вот особенно сейчас это прощенное воскресенье, как все стройно, одеты, девочки подходят. Такого нет в интернете, вообще нет нигде. И чтобы это были православные. После нашей смерти Бог силен это все возродить. И Потеряевка это да будет, будет в своем размере, и община, все будет по-другому. А почему тогда они обратились при вас? Чтобы не возгордился. Да. Вот и все. А что, сейчас люди обратятся, и ты возгордишься? Как заранее сказать? Ну, я слышу, что приятно. Я уж не скрою. Душа не знала. Вот сейчас один выходит. Я вот встретился на Ютубе. Я все переменил из-за того, что стал вас слушать. Ну, что я буду скрывать-то, когда приятно? Приятно, что семя дало росток. Ну, говорить гордость я никогда не говорю, я это даже не знаю как будто. Я скорее дальше другому говорю. Но однако Бог знает даже тайные наши желания. И поэтому не допускает. Зайдет попозже. Поэтому я все это делаю с надеждой. Давай. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Сережа. Обрати внимание, помогай. Умей бороться с собой. Это ты не за рулем. Еще раз, если мы посеяли у вас духовно, велико ли то, если пожнем у вас телесное? А сегодня так великое. Приходит человек, покупает свечку. Вот уже все. Я иду рядом с митрополитом по улице. Идем из храма. Он обо мне слышал. Мы беседовали с ним. И я говорю, владыка, ну чем я могу быть полезным для церкви? Ну ты же ходишь в церковь. Хожу. Ну и ходи. Что тебе еще надо? Какие у меня таланты? Есть или нет, их найти надо. Его это абсолютно не интересует. Да, по плечу еще похлопает. Он любящий такой все. Тебе больше ничего тебе не надо. Зачем тебе это все?
Ты будь как все, зачем тебе выпячиваться, то другое. Вот и все. Был митрополит, уехал, ни следа, ни грамма, нигде ничего нет. А почему? Такова была жизнь. В мир не шли, я его не раз звал, а он вот так похлопает по пузу. Ну, Игнатий, ты куда меня зовешь? Ты посмотри, какой я. Хороший был митрополит Гедеон Докукин. Будто бы передали, что патриарх Пимен ему на ухо шепнул: вижу тебя в моих преемниках. Мужчина, ну знаете, вот Тухачевский, ни одна женщина не могла устоять перед ним. А это митрополит. Вот такой, из всех митрополитов, епископов, которых показывают, сказали бы, найдите самого симпатичного, если о мужчине нельзя говорить, красивый он. Именно такой был новосибирский у нас. У него черты лица такие благородные были. Благородные, веселые был. Ну, на деле было много не так. Жаль. Вон, когда здесь приехали с ним вместе эти, которые прислуживают там, подают там репиды, вот эти, которые, ну, разное такое-то. Но он слышит, он подает, и репиду-то мимо руки-то не видит. А они вечером тут одеколону нажрались, все переблевались. Он ему как дал в алтаре-то, а он оттуда выпал через эти, через врата-то, которые северные-то, оттуда к нему-то... Владыка-то хулиган. Он одного оглушил, второго, чтобы духу не было здесь. Крутой был. Ну, я его не осуждаю, мне даже нравится это. Хоть какие-то меры принимал. Да, хоть какие-то. Он умер. Умер, да. Толкование. Здесь доказывает правоту дела. Вы, говорит, воздаете неравное тому, что вы приняли. Ибо мы посеяли в вас, выделено, посеяли в вас духовное, а вы воздаете нам телесное. Велико ли это? И ремарка иглы. Сегодня в храмах под видом духовного сеется привычка к обрядоверию, к набожности, к посещаемости храма. Духовным же называется то, что согласуется со Словом Божьим, что возвышает душу ко Христу по Слову Его. Ну, против... Это я сделал замечание, комментарии. У нас я издатель и считаю, что имею право. И вот на них нападают. Ну, конкретно я по каждому говорю, покажите, где что не так, согласны. Молчат. Ну, вот это я сделал, показал, что сегодня нет духовности. Духовного. Духовности нет такого слова. Не, ну почему тут показал же, был этот Погиблов. Он же сказал, когда прочитали второго, как раз второй том. Да. Ну, только в начале там где-то он открыл, там написано, что сегодня... Многие священники это, не проповедуют. И он сразу, как не проповедуют? Тут вы не правы. Я сегодня прекрасную проповедь сказал. Так он прям... Это благочины снова Алтайки был. Их послал сюда ко мне два благочины с Войтовичем. Вот здесь на этой скамейке они сидели. Чтобы меня отправить к губернатору. Пронести ему послание. Они говорят, решали. Со мной они не дружат. Но тут соединились. Мальчика для битья нашли. И решили епархиальным управлением, что никого нельзя послать, только Игнатия Лапкина. Он знает, что губернатору сказать. Но я понял, что для чего они. Я согласился. И он тогда увидал вот эти книги, лежат. О, мне как раз такая нужна. И скажи, ты открылась на той странице. Что не проповедует. Он сразу закрыл деньги в карман, ничего не надо мне. А это самые ценные слова были. Для него. Самый да. Аминь. Самый следующий стих. Давай. Если другие имеют у вас власть, не начали мы, однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Вот почему они не принимали. Намекает на некоторых лжеучителей, которые брали с них без стыда и самовольно. Посему не сказал, если иные берут, но имеют у вас власть, то есть господствуют, властвуют над вами, распоряжаться вами, как рабами. Не тем ли более имеем право мы, истинные апостолы? Хотя мы имеем власть есть и пить на наш счет, однако мы не пользовались этой властью, дабы вы не соблазнялись. А вы не воздерживаетесь от идоложертвенного. Возвращается к вопросу об идоложертвенном. Чтобы через это не соблазнить слабейших из братьев. Дабы кто не сказал, ты не имел нужды, потому и не брал. Говорит,
Хотя мы находимся в большем стеснении, однако все переносим, и голод, и жажду, и наготу, дабы не произошло какой-либо преграды, то есть какого-либо замедления для Евангелия и проповеди. Главное всегда думать так, я вот сделаю так, это проповеди моей мешать будет или нет? Богу нужны только свободные. Вот у меня друзья один просится, а я уже давно его знаю и не принимаю. А ему нравится кое-что. И он другим говорит, вот Игнатий, видишь, как вот под него подыскивает, а ничего не могут найти. И я его не осуждаю. Но если наша священная скажет, что Игнатий еретик, я сразу скажу, что он еретик. Я сразу скажу, что он еретик. А вот и диакони сказали, что еретик нет. Но если, говорит, наша священная начальница скажет, что еретик, я тоже скажу, что он еретик. Он заранее уже знает, куда палец показал. А кто? Священноначалие. Какое? Ни имена, ни фамилии, ни доказательства. Но вот это и есть манкурты. Совершенно не думают. А вы слышали такое слово зомби? Что такое зомби? Знаете, нет? Да, тоже двумя словами можете сказать? Ненормально. Но? Зомби, которым, которых внушением дали им информацию, они... Не знаешь, так кто знает? Слово зомби, объяснить. Происхождение его. Не то, что в него вкладывают, а что вообще зомби означает? С какого языка это? А, с какого языка? Давай. Не рассуждающий. Человек, который не рассуждает. Ну, это толкование. С какого языка? Ну, это африканское. Да. Оно что означает? Это буддисты. Так, что оно означает? Оно мертвый человек. Оживший мертвец. Да, оживший. Не мертвый человек, а оживший. Он ходит, он мертвец, он ничего не знает. И зомби стали называть человека, а дальше что? Вы сказали другое, это дальше все правильно. В которого вложили какую-то мысль, он ничего не думает, он только дает. Это зомби советское. Но мне больше нравится слово, которое Чингиз Айтматов в «Бураном полустанке» вел в обиход манкурты. Да, манкурты. Это то же самое. Слышали, смотрели фильм поставленный сейчас. Ну, кто знает, что такое манкурты? Поднимите руку. Вот, слава Богу. Как их делают манкуртами? Ужас. А кто хотел бы узнать, не знает, но хотел бы узнать. Поднимите руку. Я один только, два, три. Не, почему много? Ну, много. Коротко сказать что, так. Не слышал, что нужны были работники из пленных, которые все бы выполняли, но не убегали. Они на поле. И когда они воевали, они завоевывали пленных, и пленных берут, допустим, 300 молодых юношей. А они их заковывают, а такие колодки были, вот руки, ноги закованы, ну так и лежать может, вот так вот. Их вывозили где-то далеко в степь, там заковывали в это, наголо обревали, и в это время резали верблюда. И самая толстая шкура у животных, это верблюда шея. И они плотно, на несколько раз брили голову полностью и натягивали эту шкуру, и привязывали ее. И их оставляли там, под солнцем. Ни пить, ни есть, ничего нету. Там они в испражнениях, в блевотине лежали. Ну, приходят сколько? 50 умерло. Ничего, еще потерпят. Дальше начинают. Сколько умерло? 100 человек. Еще день надо потерпеть. И, наконец, остается, допустим, из 370 человек-то. А у них волос вот этим растет. Это сжимается от солнца, она к нему прилипает, сжимает мозги, а волосы растут через это вот, и она, шапочка эта, прирастает. Он забывает, кто где родился, он ничего не знает, его надо учить заново. И он говорит, я для тебя хозяин. Теперь, когда освободитель дает, есть жуй ртом, вот так вот, жуй, как я, научил. Пасти скотину надо заворачивать. Но одна мать потеряла, любила его и, наконец, нашла, он уже манкурт. И она стала говорить, петь ему колыбельные песни. И он стал из себя приходить-то. Но кто-то заметил и сообщил хозяину, там женщина приходит. Кто? Он не говорит. Мать. И тогда этот хозяин говорит, она пришла снять с тебя шапочку, ее тронуть нельзя. И как только мать пришла, в следующий раз он сразу убил ее. И вот это вывел он, это советские манкурты показывают, вот эта идеология как марксизма, ленинизма, все это сжало, ни слова сказать. И теперь прикоснуться к этому нельзя. Это Чингиз Айтматов ввел это слово в обиход. Манкурты. Церковные манкурты. Вот эти вот церковники, это манкурты сплошь. Они даже самые хорошие, они до конца ничего не могут сказать. Ни одного обличительного слова, ни одного пророческого гласа нет. А вот умрет, теперь на мертвом, они накрутку делают. Она была, Матрона Московская, она говорила там что-то, и нигде ничего нет. Они все это стилизуют. Я недавно считал, когда эта комиссия, которая по канонизации, и принесли данные, и говорят, там Матрона такая, она
обличал очень священников, что не учат народ-то. Да разве можно, так они сразу стерли, убрали, а вот это остальное пойдет. И сейчас про меня пишут, вот умрет Игнатий, его труды возьмут, где он обличал, патриархию уберут и канонизируют. Да еще мощи резать буду. Я говорю, я сказал, меня хоронить только в сапогах. Я как поддам, он еще в соседней могиле лежать будет. Как обличитель. Кого-то надо потом канонизировать. Обличительное слово. Ни у одного не вижу, ни у богослова, ни у Осипов, никого нету. Он может говорить только тот, кто ниже. Ни синод, ни патриархию, ни епископа, ни одного не тронет. А Андрей тронул. Андрей перешел в флажки. Да. И началась вот эта травля на волков. То, что он, сегодня не так, как вчера. То, что он сказал, что самый великий миссионер на Барнауле живет, это Игнатий Лапкин. Ну я его понял, что он говорит, я завидую Игнатию Лапкину, его свободе. И я сразу стал молиться и думаю, Андрей, если тебе Господь даст такую свободу, ты завидуешь, сколько ты перетерпишь? Буквально ту же неделю через две вся эта вот катавасия понеслась. Сейчас. А вы знаете, что такое катавасия? Ну, конечно. Круговерть. Конечно. А? Круговерть. Да катавасия, это же греческое слово. Это песен церковная. Это там песня. Пишите, когда кандах, и дальше написано катавасия. Катавасия. И там такая неразбериха идет, вот какой, что петь, вот она не знает. Это катавасия у вас идет. А тогда это неразбериха да пошла везде. Да какой с этой катавасией? Да катавасия это перепев. Знаешь, перепев называется. Да, перепев. То есть да, два лика. Знаешь, один с одной стороны крыло поет. Они прекратили, другие начинают. Это вот катавасия. У нас одно крыло. И они там путаются. Бывает закончить, они продолжают. Ну и катавасия идет. Ката, Вася, не кота. Я вот несколько раз говорю афедрон. Вы знаете, что это слово афедрон означает? Нет. Да знаю, ну я знаю. Нет, не знаю. И ты не знаешь. А тебе-то надо знать первый. Я знаю афедрон. Ты врач. Я вчера открыл афедрон в интернете. И подряд идет первое слово жопа. Второе срака. И мы с Виктором Андреевичем стоим, смотрим. А еще как там, какие слова? Анус. Ну да, анус там. Задний проход. Анальный проход там и проще. И начинается так. Священник исповедует, а ты в алтаре за афедрон не хватал. А ее исповедует, ты говорит, а ты афедрон не давала. Это исповедует. Это все в интернете. Я, а вакуум обобщенного афедрон встречается в Новом Завете по-славянски. И главное толкование-то какое. Скажет, ой, что он говорит? Что вы придумываете? Так написано. Там толкование есть на Матфея. Блаженный Феофилакт об этом говорит. Блаженный Феофилакт говорит, что выходит афедроном. Господь, когда явился после воскресения, он ел для чего? Он нуждался в этом? Да, удостоверение, что он не призрак какой-то, а вот он в обновленной плоти. Но он ел, но у него не так было. У людей афедроном выходило, а у него не так. Сгорало. А не знаем как, тайна. Вот он и говорит здесь, блаженный Феофилакт. Вот спроси, для чего мускулы? Все можно объяснить. А для чего здесь такие подушки-то? Не для чего, только сидеть, чтобы было помягче. Да. Ты подушку можешь забыть дома, а Господь их прилепил, и ты ходишь с ними, где бы ни сел, чтобы не на костях-то сидеть. Да, точно. И все, больше никакого назначения нету. А теперь придумали колоть, там еще нету. Ну, врачи нашли хоть употребление колоть-то. Да что, ребятишек драть по этому месту надо. Это хорошо. Битие определяет сознание. Так этот спрашивает, скажи, а на что смотрит знакомый мужчина, то другое показывает, где из чего на женщину. Только на одно и смотрит, говорит. И все это пишут официально, получают какую там они, букмекерскую какую-то премию, что ли, получили за обработку этого слова. Надежда Васильевна. Надо знать назначение. Назначение известно. Пока. Все. Примени его по назначению. Следующий стих 12. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы, однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. 13 стих. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? И толкование. Не удовольствовавшись выше приведенным примером, приводит другое место из закона, чтобы доказать, что имел право брать от учеников, так как заповедь о валах объяснена была им в переносном смысле, то говорит, что закон буквально повелевает,
чтобы священнодействующие питались от святилища. То есть левиты, которые по степени своей ниже священников. И не сказал, питаются от приносящих, но от святилища, дабы не принимающие не стыдились, как питающиеся от людей, не дающие не превозносились. То есть священники и архиереи. Словом, присидящие указывает на постоянное служение и пребывание. И не сказал, что они берут священное, указывая на неумеренность и на то, что не должно собирать деньги. Не сказал также, что они берут с приносящих жертвы, но берут долю от жертвенника по закону. Ибо что было принесено, то принадлежало не принесшим, но храму и жертвеннику. Сказал, берут долю, выделено, берут долю, потому что кровь заколаемых в жертву была проливаема на жертвенник, жир был сжигаем, а остальные некоторые части мяса, как-то грудь, правое плечо, некоторые внутренности священник брал себе. Где это написано? Левитов, 10 глава, 14 стих. Но жертвы, всесожжения принадлежали одному только жертвеннику. Опять же, Левитам, 9 глава, 12-14 стихи. Ну вот, все. Да. Хорошее место прочитали. Вот книга Тавит об этом говорит. Когда все отступили, а он тогда говорит перед Богом, Господи, вспомни, когда все мои братья отступили от Тебя, а я ходил в храм и приносил 3 десятины, 1:8. Одну десятину отдавал священникам, другую на храм, а третья милостыню. Это прямо указано, книга Тавит. И когда убивали наших, где я хоронил их, он все это перечисляет перед Богом, чтобы Бог обратил на него внимание. Вспомни, Господи, сколько я переносил ради имени Твоего. Это на молитве разрешает Господь говорить. А что ты скажешь, когда ты ничего не делал-то? Ничего нету. Просто слова, и поэтому никакого ответа нет. А когда ты с Богом, как говорится, на близкой ноге, и Он тебя слышит, какая у тебя радость? Я на днях только радовался. Уж как там, что среди недели встал и... Володя, говорю, Володя, я с нам-то знаю, верить нельзя. Но такой сон был. По Теряевке там, где вот второй мостик, и вода, где там это перерыта, откуда вода весной шла, а там сейчас никогда нету, там прорва. И оттуда такая вода идет. Я в самом устье стою, откуда мы рыбу подгребали, а тут ничего нету. Я стою в воде, я знаю, что там глубоко, я стою, не доставая до дна, и стою вот так вот, и не тону ничего, мне так это легко. А вода вокруг лещет. Я на ту сторону какие-то женщины, я беру вот так вот за руку ее, на ту сторону беру ее и опускаю. Я говорю, ты не бойся, шагай дальше, ты там дальше будет. Она тоже в воде, до дна не достает, она свободно шагает, и она уже на той стороне. А там дальше гляжу, ей уже легче. Я опять беру свободно рукой, переношу, а сам до дна не достаю. Я встал, Володя, говорю, такой радостный сон, что же это такое будет? Только проговорил, сел за интернет, там человек к православию приблизился совсем уже. Я говорю, видишь как? И такая радость. И только через 2 дня узнал, чем завершился этот день. Сейчас еще говорить нельзя. Нельзя. Только когда мы вернемся из путешествия, если Господь даст, тогда я скажу, явное чудо Бог оказал и на этот день. И это зафиксировано у меня, вдруг ко мне приходит документ, что это именно так. Документ пришел на руки. Прямо документ показывает. Аллилуйя. Пророческий сон. Ясное дело, что непростой. И он радостный такой. Я сразу вспомнил Иезекииля, когда увидел, вода течет из-под храма, я зашел по ступни закрывать, потом по щиколотку, потом по грудь, а дальше я распростер руки и поплыл. Да столько благодати Бог дает. Да. Ну что, молиться, благодарить Бога. Большое. Благодарить. Большое. Вот запомните, потом, когда я вернусь, если, и скажете, а что же у вас там было, ты почему вы решили, что это так? У меня документ на руках сегодня. Документ. Такого, чтобы документировано было, у меня еще не было. Это Чуваши? Вот что во сне у меня была радость. Что во сне? Вдруг, вот я уже после обеда на руках имел документ, что это действительно радость. Но сказать я о ней пока не решаюсь. То есть знает 2 человека и все, это пока мне хватит. Аллилуйя. У меня есть вопрос.
Вопрос. Закончили? Закончили. Все, молимся. Вопрос. Вот мой вопрос. Десятину мы должны отдавать священнику или на церковь? Так, что такое? Говорите. Десятину мы отдавать должны в руки священника или на церковь. Или на церковь? Да. А на церковь как? На крышу залезть и положить? Нет, или куда? Написано, что так. Десятину мы должны давать на церковь. Ну и на церковь. Ну, ты пришла, тепло тебе сегодня? Не тепло. Так а насчет чего? А я тут? Священнику отдаю десятину. Да кого он-то платит ему, как кочегары покупают уголь? Ты это знала, нет? Я... Не знала. Почему знала? Ну знала, так откуда деньги? Это твои деньги есть, ты пришла и теперь тепле сидишь. Даже одно это только возьми. Так это не одно это. Нынче железом перекрыли крышу, а кто платил? Батюшка. Так, полностью крышу перекрыли. Я. Нанимали рабочих, а кто платил? Батюшка. Батюшка, а где бы он деньги-то брал-то? У него больше дохода нет. И он каждые две недели туда-сюда снует. А на какие деньги он ездит? Ему надо сюда прибыть, а как он прибудет-то? Его на машине встречают, его отвезли, он платит за машину. Да. За машину, за автобус, за поезд, за все. Я. А когда вызывает архиерею, на самолете-то летит или что-то. Спаси Христу. Слава Христу. У нашего батюшки нигде, ни на пропой, никуда не уйдет. У него хватает своего. 100 баранов. Геннадий Тихонович, ответьте еще на один вопрос. А? У меня ходили в церковь, в Покровский собор. И там, когда причастили одного человека, он это выплюнул. И он что? Что? Причастие это? Выплюнул. Причастие выплюнул. А почему глазах? Он выплюнул? Ну, я не знаю. Ну, неверующий, что ли? Ну, причащал его священник. Ну, я про это как говорю. Выплю... Что нужно сделать? Вот... Собрать и сжечь. Собрать и сжечь. Ту же в храм, ту же на улице. Написано. Вот священник, когда ведет и что-то, чаша уронилась, сплеснулась, он обязан залезать. Языком залезать, все собрать. Не тряпкой свернуть-то. А потом все затереть, это сжигается. Так, ничего не надо, уже закончилось. Нет, так еще... Умей, сейчас умей тормознуть. Вот об этом же. Так не надо об этом. Сказали, ничего не надо. Все, сумей. И порадуйся точно так же. Чего вас так разделать? Я решила сказать. Сказали, нет, и на этом конец. Все, молимся. Видите, уже куда идет? Уже 5 минут ушло в другую сторону. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи. Прости меня, грешный, помилуй. За молитву святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись вны и очистины от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И по Твоей царство, силы и слава во веки. Аминь. Аминь. Господи, слава за этот день. За святую возможность собирать и учить у Тебя и Слово Твоего. Хвала Тебе. Сохрани нас, Господи, в святой православной вере. Научи нас видеть нуждающихся тех талантов, которыми Ты наградил нас, в том сокровище, которым Ты венчаешь путь наш. Благослови всех. И особенно в этот день, там, в близких нам по духу православных и всех живущих на Украине. Умудри правителей наших, дай им страх Твой Владимиру, Виктору и всем, кто претендует на эту должность, дабы в страхе своем решали все вопросы у ног Твоих. И сохрани это место и защити. Мы просим Тебя, Владыка, умудри нас во спасение. Пошли, добрые жители, вселения наши, укажи, где мы должны остановиться в путешествии.
И к тому расположи Николая Виктора. Все приготовь в нужной мере. На тебя мы уповаем. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими наши молитвы, воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное пред престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Богу слава. Спасибо. Прошу, простите меня, Христа ради, помолите, чтобы больше ничего подобного не повторялось. Да поможет вам Господь. Помолимся. Спаси Христа. Надежда Ивановна, так где у меня? Так, все, занимается. Хороший это. Подготовить меня. Да, полным вообще. Мало кто уверен, на ноги поставлю.